Всем здравствуйте! Сегодня суббота, и мы снова на стадионе «Урожай», где проходят областные соревнования между сборной Кошкинского района и Большой Глушицы. Сегодня 13
сентября, суббота, завершился матч между командами сборной «Кошки» и «Большой Глушицей». Команда «Кошек» выиграла со счетом 2-0. Команда «Большой Глушицы» упорно сопротивлялась на последних минутах матча, но забить им так и сегодня и не удалось. С вами был «Кошки ТВ». Спасибо большое за внимание. Всего доброго.